Илья Чупилкин. Здравия всем. Посадил сад по Железову в Казани. Косточки и саженцы от Железова. Абрикосы, груши, сливы, вишни, орех. Жду первого урожая. Прививаю среднее. Стало интересно. Хочется обмениться опытом, еще занимаюсь виноградарством. Ну, ладно бы, просто приятное письмо. Можно было бы его размещать тут. Вот видите, вот, что я пользуюсь уважением, раз он это по Железову садит. И, а вот он еще пишет. Казань. Посадил горный Таджикистан. Абрикос сертифицирован по Железову. Взошло за лето, вырос 10 метров. Ну, спасибо, все, пожалуйста. Замерз. Вот, и вот тут я подумал. Горный Таджикистан, видимо, все-таки там, где растет абрикос, видимо, он не дотягивает до этого, да. Да, по морозостойкости. Или он настолько морфологически или генетически настолько отличается от тех же абрикосов, сихотоалийских, например. Сихотоалий хорошо, но там рядом же эти самые. Океан также. Все бесконечными циклонами, антициклонами, пассатами, муссонами. Вот. Может быть, он там лучше выдержит плаву. А может быть, в Казани. А Таджикистан горный. Там же сухо. Там наверняка горный. Вот. Возможно, а до океана далеко. Это же все-таки, ну, это, наверное, центр евразийского континента, да, Таджикистан. Ну, или рядом с этим. И вот он пишет, замерз. Скорее всего, соплел. А может, правда, замерз. Может, они не дотягивают по морозостойкости до сихотоалийских. Я молюсь тем, что когда-то все, что сейчас в моем саду, большая часть прошла через сихотоалийские горы. Здорово, да? Так, теперь. Очень грустный будет разговор сейчас. Почему я говорю, что нужно создавать институт под моих учеников? Ну, Савинич тоже это самое, хоть она и ученый человек, но от моей технологии не откажется никогда. Так? Естественно, что когда-то я назвал здесь фамилию. Ну, начинал, конечно, с Железова Сергея. Начинал это самое. Савинич начинал, допустим, еще 8 фамилий, назвал Королевская рать, новая. И вот им бы вот под них создать институт, вот, там бы никто бы лишним не был. Даже 64 года Алексейка, умнейший мужик, и инженер, и у нас таких инженеров хватает. Даже, допустим, Сергеев Николай Георгиевич, он не моложе меня, и тот бы мог пригодиться. Все бы мы могли пригодиться, но нас это, таких не берут космонавты. А получилось как? Значит, где-то дня 3 назад звонит из Хабилов, он же мой друг, он же научный сотрудник, бывший Абаканского научного института аграрных проблем, и говорит, это очень важно, я все к одному клоню. Я хочу привести к вам специалиста из Алтая. Ну, он сказал Алтай, но, видимо, подразумевается, конечно, Барнаул. И, наверное, институт имени Лисовенко. Вот. Ему нужны черенки. Я бодро отвечаю. У меня ковид, кстати, сегодня у меня это сняли с этого. Все, сегодня я вышел с самоизоляции. Ковид закончился. Но на тот момент, я сейчас, у меня ковид, не везите. Ну, у мужика обширная информация, он договорился и с Чернобаевым, и с Тоторовым. Вот. И, значит, все, что ценно у них есть, переедет в, видимо, в тот институт. И тогда наши шансы иметь еще, Айна Александровна, иметь свой институт или под нас бы кто-то создал, еще никаких не будет. Вот. Кто-то чужой начнет работать с нашими материалами, а у Чернобаева все, что у меня, так? Вот. Он хотел отказаться. А потом все-таки язык не повернулся. И вот сейчас они наберут саженцев, черенков, и будут работать. Возможно, если там нет наших людей, откуда в институте наши люди? Они будут делать то же самое. Они будут, как московская эта, сотрудница этого самого, сейчас скажу, как он называется. Вот. Сад, как он правильно называется, этот сад. Это. Ну, в общем, это выпадение из памяти начинает.
В общем, которая учит и учила на 5-6 сантиметров закапывать косточки, а пока они это будут делать так же, переделают, у них никогда садов не будет. Это только один из множества примеров. Вот. И получится, пройдут еще годы, и эти черенки, которые увезут от Тоторова и от Чернобаева, наверное, уже увезли. Вот. Наверное, они пустую пойдут. Конечно, наши, мы бы точно вырастили, а они вряд ли. Вот. Перестраиваться там, кто-то будет в новую технологию. Вот Баулин тот смог. Умница. Все, все по Железову. Ну, забыл про Железова, когда добился успеха. Так бывает. Вот. И я сейчас скажу пару слов на будущее. Вот он не смотрит на эти доскобилы, он уже с такого, еще из той старой гвардии, которая без компьютера обходится как-то. Вот с тех еще. Хотя отличный мужик. Вот, и мы с ним искренне дружим. И вот, значит, что получается? Больше, если он, ковида нет, если он скажет, привезу к тебе хоть кого, поделись, я скажу нет. Все. Это, когда я вам, черенок, это понятно. Шансы есть. Многих вырастут. Мы одной крови. Это другой мир. Вот как получилось в Ауле, да? Вот. Нигде, ни разу Железова не вспомнил. Только в частной беседе с Немытовым, который передал эту беседу в виде письма мне. Что он меня уважает, что все по Железову. Про это, про якорную систему. Не подходить саженцам, не пересаживать. Все, все. Вот. И что я теперь от них ждать? 37 лет ухнуло. Продавать им по 100-150 рублей ветку вот такой вот. Смотрите, видите? До этого уже дошел бай. С каждым годом увеличивается. В этом году он был фактически самый крупный. Вот это вот мы с Еленой Санной обнаружили в чужом саду, мой саженец, на нем были уже вот те самые, ну-ка я покажу сейчас. Чуть-чуть я перейду, это очень важно. Вот это вся агротехника, но мы ее чуть позже пройдем. Сейчас я вам покажу. Это очень важно, может я чуть-чуть раньше начал. Видите, вот тут получился такой момент, вот сейчас, как поблагодарить, не знаю сейчас кого. Вот. Но превратился вечер воспоминаний. Черт с ним. Едем, едем по СИЗО, едем в Красный хутор. Она, естественно, машина леворульная, она сидит справа. Вот. Я смотрю время от времени, поворачиваю голову к ней. Мелькнуло что-то оранжевое. Что-то оранжевое мелькнуло. А уже месяц, как абрикосов ни у кого нет. Я торможу. Говорю, да здесь мы эти растут, зайдем. Все честно, задокументировано. Перед этим вот датами в трех, нет, в двух фильмах прошлых лет задокументировано, что это мое. При хозяевах снималось, хозяева. И вот получился интересный момент. Ну, мы уже проходили. Я если раз показать, нет, не девушку. Вот. Нет, девушка тоже. Вот, будущая академика. Смотрите. Вдруг, вот как хорошо, вот есть же, это, конечно, не этот безграмотный Александр Вазинский. Закиров Александр, он тоже мне что-то навыписывал, по-моему, косточки, черенки, фамилия больно знакомая. Смотрите, что получилось, внимание. Это как для меня, Леночка, милая, дочка моя, смотри. Пишет мне письмо. Ну, что бы я без вас делал? А скажите, с кем мог переопылиться Супер Серафим? Вот он. Кстати, опять люблю отличие. Вот это вот с другой стороны ветки. Там другая форма совершенно. А с третьей стороны, вспоминайте, третья форма. Вот. И тут у меня с одной стороны, кто у него? А, правильно. Амур, похож? А с другой стороны у него, вот то, что на фотографии, ну, не догадался я оставить. Вот взять бы заморозить, это было бы чудо. А с другой стороны у него, внимание, я специально вас это интригую, потому что это мой праздник. Закиров, как на Украине говорят, с меня фляжка.
Как так получилось, что сам не сообразил? А скажите, с кем мог перепылиться суперсерафим, который вы нынче нашли? Подчеркиваю, дерево выращено сами с моими руками. Клянусь Богом, два фильма подтверждений. С хозяевами фирмы. То есть, что там рядом с ним еще растет. Это надо быть уже каким, вот действительно. О фильмах. А у него-то рядом-то растет еще более крупный, это королевский. Когда я первый раз, несколько лет назад, фильм есть, я потом постараюсь найти, и, ну, как бы, ну, скажем, гостевое в виде ссылки, чтобы вы все посмотрели, что все это честно. И вот там стоит хозяйка, да, а их две сестры-близнецы, или я сестра, и говорит, да это что? И показывает мне, говорит, теннисный мяч королевский. И я вот как это застряло в памяти и забыл навсегда. Я же мог с него черенков уже когда набрать. Я только 3 дня назад с него 2 ветки срезал с этого королевского. А как она сказала? Я говорю, может, мельче? Нет, теннисный мяч. Я говорю, такие плоды огромные. А теперь я думаю, с этого боку, где растет королевский, и пыльца попадала сюда. Так? И теперь становится примерно понятным, почему в 2-3 раза укрупнился серафим. Назовем это как телегония. Набирайте телегония, запишите сейчас потом. И вы узнаете, что телегония – это лженаука. Люди не хотят ее признавать, потому что телегонию, влияние половых связей без зачатия и влияние на генный аппарат переносят на людей. А чтобы они переносили на людей, пусть страхаются, где хотят и с кем хотят. Так? Вот. Чтобы это придумали, что телегония – это лженаука. Открывайте Википедию. Вот найти бы настоящую книгу. Ох, я знаю, в СИЗО есть все эти. В СИЗО есть огромное количество энциклопедий бумажных. Ой, я там поищу слово телегония. В СИЗО. Ирина Александровна, приедешь, напомню, вместе зайдем. Вот. Надо разбираться до конца. Я вижу, этих плодов не должно было быть, они есть. А рядом вот этот вот королевский, вы помните, почему я разговорился? Потому что Закиров Александр, спасибо, фляжка с меня, приезжайте. В общем, смотрите. А с другой стороны, тоже крупная, но носик там у него, как у Амура. Вот так вот. С той стороны Амура пыляет, с этой королевский пыляет. Вот. И получилось. Когда мы смотрели, внимание, у меня еще есть фотографии. Я просто не сообразил, их надо найти. Они есть. Вот. Смотрите внимательно. Это наше дерево. А как получилось, что его за все эти годы, а оно плодоносит месяцем позже всех, и еще после 24 августа, еще месяц висели плоды. Еще месяц. Вот. И еще часть была зеленых, зеленоватых. Вот. И никто на это дерево внимания не обратил. Наверное, биологи, экологи, агрономы все проезжали мимо. Колхозы есть, все есть. Вот. Никто не понял. А какого хрена ты, с улицы видно, какого хрена ты до конца сентября, до ноября висели плоды? А ведь это его и делает исключительным не только по размеру, но эти упали рано, правильно, королевский Франция. А эти-то упали позже, у них папа другой, я вот уверен, что другой папа. Извините, что разговаривался, это моя кухня. Вот. Это не то, что она сказала, лекцию читая, а та да я. Какой хрен это да я? Самое главное не лекция, самое главное вот это. Вот. Разные папы на одном дереве. Все. Ирина Александровна, а косточки я все-таки самые крупные оставил. Я много разослал, вот эти же. Я их купил, я их разослал, ну, свое дерево купил. Вот. И черенки у меня запасены, да. И рядом этого, не выдержал с этого самого, 2 черенка срезал, с королевского, который якобы... А я-то ездил королевский-то раньше, я не обращал внимания. Вот он плодоносит, а я еду мимо. Своих полно.
Я же знал, что он феномен, и тот феномен королевский. Вот так, друзья. Ну, а теперь, ну ладно, там я кое-что пропустил, но те учебные. Я почему сказал? Итак, 10 черенков срезано 3 дня назад. Уже когда все в снегу, это, так, уже когда прошли морозы, уже когда все уснуло. У меня несколько десятков таких деревьев. Посмотрите, пожалуйста. Вот. Это уникальные вещи сами по себе. Это второй этаж. Это переделанные, они не будут похожи на отцов. Почему мы уже с вами 100 раз проходили? Так, вот спросите, кто у него отец? Не знаю. А вот эта ветка, они 2 и более метровые. Так вот я теперь вот тут отрежу. Вот тут отрежу, вот тут отрежу, вот тут отрежу. И навтыкаю. Гулять-то гулять. Черенки вот с этого дерева. Вот. И все, с каждого черенка, с каждой ветки возьму по 4. 40 черенков я воткну. Лен Санна. Вот. Как это там было в анекдоте-то? Второй будешь? Сергей уже все. Сергей Крановщик. Вот такие планы, ребят. А у меня вот таких молодых деревьев куча. Я сделаю 40 привок только их. Так. Привет, Сережа. Вот еще один этот проект. Купил магазин. Лето поработал и закрыл. У людей нет денег, никто ничего не покупает. Деревня нищая. Вот вам и агроном. Вот. И сейчас не поздно. Не поздно. Я вот не спросил тотального образования. Умнейший мужик. Вот. Они же все для меня молодежь. И это, Филипп Володя, умнейший мужик. Что они могли натворить, а? Да надо с Москвы позвонить всем, телефоны дам. Не едут. Спецназ. Вот так руки, в наручники. И вперед в Москву. А потом сразу к президенту страны или хотя бы президенту Академии наук. Попробуй откажи президенту Академии наук, который скажет, в интересах российской науки, чтобы вы Тимирязевскую академию спасли. Даем вам сроку 5 лет, через 5 лет все вот это, тысячекратно умноженное, должно расти в Тимирязевке. Ни один бульдозерист. Скажи, иди это, круши эти деревья. Молодой сад. Не пойдет крушить. Вот, ребята, я вам выговорился. Да. Да. А что вам еще показать-то? Сильно стали похожи друг на друга. Попробуйте королевские отбаи отличить. Но они, правда, покрыты инеем. Вот это одна из бед. Увеличивать удается. Видите? Сейчас. О, вот это красавец. Ой, ты елки-палки, притворялся. Он белый это иней белый. Вот он. Видели? Это плоды не крупные, это 80-90 грамм. Вот. Не крупные. Я тебе не могу успокоиться. Людмила Александровна, 130 грамм средний, 133 максимальный вес бая. Ну, куда мне с этим 80-граммовым против нее? Ну, увольняюсь, чертовой матери. Все. Так. Смотрящим больше не буду. Александр Вазинский, все, чем предаюсь? Ну, я шутя сказал. Смотрящий там за Уралом, смотрящий там за этим, за Сахалином. Чтоб наши люди везде смотрели. Смотрели. Ведь вся наука, вот смотрите, я не осуждаю. Откуда вдруг Доскобилов сказал, Валерий Константинович, мы их везу к вам, ко мне. Ну, понятно, он живем, знает меня больше всех. Везу к вам специалиста из, как он не уточнял, с Алтая. И еще Тоторову и Чернобаева. Ну, все понятно. Снял фильм про Тоторова, снял фильм про Чернобаева, пару фильмов в своем саду. Все правильно. Дошло. Но они не едут дружить, они не едут с предложением. У меня есть такая вещь, ой, долго искать. Это где я назначен сотрудником самим этим самим Александром Юрьевичем. Ну, этим, который вырастил мои сердце.
сейчас скажу, Александром Юрьевичем. А вот так вот, только сейчас дважды его фамилию называл, который забыл меня упомянуть в своих рефератах. Вот. Ваулин. Он мне прислал официальную бумагу, подпись исполняющего директора, я потом похвастаюсь, что назначен меня своим представителем. Ну, хотя бы так. Правда, потом оказалось, что забыли про этого представителя. Вот. Вся лавра им достались. Ведь это феномен, это сенсация. Пусть плоды-то у них были вот такие вот. Он написал самое крупное 33 или 38 грамм. Но это была сенсация, потому что даже на этот момент он вышел на передовые рубежи науки. Если брать здоровье деревьев, выдержали минус 8 цветы. Вот. Если дали средний урожай по 40 килограмм, ну это где-то ведер по 6. Деревья-то молодые совершенно. Вот. Видите? А здесь что? Константинович, привезу, черенков ему надо. Я уже резал, и науки резал, и косточки. Вот. И тайком у меня косточки воровали, даже ученые. Почему сказал воровали? Только отвернусь, уже у них кармана. И это было. А сказать в открытую дай, почему-то стеснялись. Видимо, думали, не дам. Ну, в общем, все, мы уже заканчиваем этот разговор. Вот это будущее, вот это все будет привито, перепривито. Вот. А будущее науки, все, вот он, агроном. Вот. В такой стране живем. Вот его саженцы. Видели? А теперь смотрите. Вот такие саженцы, из таких саженцев вырастает вот такой вот. Большинство сортов имеют предельный вес. Что, перечислять? Рогулевская. Вот. Этот самый... Ой, с моей-то памятью. Значит, Бельфер Китайка, Лоба, так, Розмарин очень крупная. Значит, в общем, вот такого типа, да? Десяток сортов. Вот. Видели? Ну, это такая... Да это потерянные годы. Ну, зарабатывают. А вот это вот семена, ребята. Я, правда, много фотографий пропустил, но это не последние сегодня. На следующей неделе опять будет вебинар. Вот я ждал, пока сгниет. В тепле ждал, потому что они почему-то... Вот смотрите, сейчас покажу. Догнили до такого состояния. Вот там под ним большая... О, большая лужа сока, видите? Вот. И тогда беру семена. Никакой халтуры. Вот. Обратно в лужу ставлю. А вот эти, это было при 25 градусах. Лишь бы дозрели, лишь бы вам выслать. Я очень уважаю тех, кто собирается из этих семян. А вот это вот, холодильники. Это зимний сорт. Golden Clone Железо. Вот он. Вот. Интересно, знаете что? Ну, он уже тянет на... Golden по-русски это золотой, да? Он уже начинает. А вот в тепле, когда они дозревают, вот они действительно золотые. Ой, течет с него. Вот это я хотел показать. В тепле и в холоде. Вот. И вот таких большинство у меня. И что делать мне с этими друзьями, которые требуют вот эти семечки? Еще раз. Беру с предельной, я сейчас показал на экране, с предельной величины плодов. Я их называю смесь косточек, семечек, крупноплодных зимних яблок отдельно. Теперь по нескольким пока Golden отдельно. Эти самые Мелба отдельно. Значит так, Жигулевские отдельно. По десятку семечек. Что у вас вырастет, не знаю. Я хочу довести дело до ума. У Боднера Бориса выросло то, что требует. То есть у него дикарей не было, у него даже груши и яблони выросли культурные, вкусные. Причем они были из магазинных семян.